jablko. My vás radi máme, vo Vyšnej Jadlovi srdečno vitáme. Naša víra, víra dávna, naša víra pravoslavná. Sviatý Kozma i Damian, chráňa nás odávna. Naše didu i pradidu, rady sa molili. Sviaté pravoslavie pro nás ochraňali. Dneska ste nám prišli, prestolnú rýzu posviatili. A spoločný chrámy Bohu sa molili. Ešte raz, vladyko, my vás tu vítame a to tú kvitočku od srdca dávame. Vážený vladyko, dovolte mi, aby som vás v mene obyvateľov obce, kurátorského zboru, ako aj v mene svojom, dovolil si vás privítať tu, v obci Vyšná Jadlová. Zároveň mi dovolte, aby som vás v mene veriacich obce, pravoslavnej cirkevnej obce, požiadal o posvetenie prestola. Dobre, vladyko, dovolte, aby vás privítal v dnešnom krásnom dome blahoslovenia na našej cirkevnej obci Vyšná Jadlová. Tešíme sa s vami, že sme sa znova mohli tu po rokoch stretnutí, aby sme tento paschálny čas, ktorý máme po paschálny čas, boli spívať tie krásne stýky, sieden už ho sotvorí Hospod, dnešný deň, aby sme boli s vašimi molitvami, s vašou pomočou, tak som blahodarstvením posiatiť novú prestolnú rýzu. I preto vás mení cirkevnej obci, všetko vás tu vítame krásne v našom chráme v Vyšnej Jadlovi. Sviatý Kozma dám jeden nám pomáhať i s vami slúžiteľi, aby takisto mohli Bohu ďakovať i oslaviť. Prosím vaše archierejské blahoslovenia. Um Gospodi Oh.
sebou těm, kde jsou spasení, i o dyždy, i o veselí, i o děti, i jako ženíku do zlomit i venec, i jako nevěstu krasit, i krasit Bohu, světa na ní Христу, i во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь.
Vzkriesená i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Слава Тебе, Христе Боже! Упование наше, слава Тебе! Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матери и всех святых, да помилует и спасет нас, яко благий человеколюбец. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Сочесные отцы, возлюбленные во Христе, братья и сестры, начинаем днешнее торжество освящением новой престольной ризы. То есть велика вещь. А вы сте вельми добрые, а вельми красно выбрали си про тото освящение одну из недель Святой Пятидесятницы. Низко торжествуем и припоминаем си память святых жен мироносиц, тех, которые перши по свободным покою утекали в неділю скоро рано к Христовому гробу. А Святий Престол – то є і образ кримінакшого гробу Христового. А ви се розгодли праве в тій добі, коли си припоминаємо Христово ще із мертвих, а от гроба воскресення, тото престол, тото образ гроба Христового украсити новою ризою. Найчерез молитви нас недостойних зійде благодать Всесвятого Духа, а освяти тут нову престолну ризу, а най довгі роки украшать ваш престол, престол храма ту в Ушній Ядлові, а най буде всегда припомінкою і любви місцних к храму Божому, а к украшенню, а к благоліпію Дому Божого, і того, що ми всі православні християни маємо утікати, а снажити се, а усилувати се в своєму житті, перед усім класти на перше місце церкву, Дом Божий, а потім усе остатнє. Господу помолимся. Господи, помилуй. Только да просветится свет Твой пред человеки, яко да видят доброе дело Твое, и прославят Отца нашего, и же есть на небеси, всех да на ней присну, и во веки веков. Смертью смерть по праві сущому гробі живо дарував.
Kristus voskrese iz mŕtvych smrti usmrtil pravisúšťu môžu byť životného. Sláva Božne Bohu na zemi mieru človeci blahovolanie. Sláva Božne Bohu na zemi mieru človeci blahovolanie. Hospodie, usni naše otvrzeši i usna naše vozvysiat chvalu Tvoju. Blahoslovem Boh nás se dávno neprísno i vo veky vikov. Amin. Помолись о нас, Владыка Святый. Да управит Господь Стопы Ваша. Помяни нас, Владыка Святый. Да помянет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, но не присно, и во веки веков. Аминь. Господа, помолимся. Господи, помилуй.
Господа помолимся. Господи, помилуй. Господи, искуси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помним лучше сами себе и друг друга, и даже вот наш Христу Богу предадим. Верь и Господи! Только подобает тебе всякая слава, чтобы поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу и не пресно, и во веки веков. Нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помним лучше сами себе и друг друга, и веже во наш Христу Богу предадим. Верь и Господи! Твоя держава, Твое царство и сила и слава Отца и Сына, и Святого Духа ныне, и Преснодеву веки веков. Yeah.
сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, православную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами собой друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Yeah.
Tebe slavu vzájem, Otcu i Synu i Svätému Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Ще посети виноградце і утверди його же насади десниця твоя. Слава Тебе, Господи,
chleba, môža ješ pomiera, je doka sviata, je Filipa, je Prochora, je Nikanora, je Timona, je Parmena, je Nikolaja. Prišenca antikofijského, jaže postaviš i pred apostolom, je pomilavše sa, položiš sa na ňa ruke, je slovo Božie, je rozjaše, je množe šťastia číslo učeníka v Jeruzalém žilo, mnoho žena čiašeníkom poslušakom vira. Mír ti. I duchove tvojemu. I múdrosť. Aleluja, aleluja, aleluja. Воскресенье Божие, дерзнув вниде к Пилоту и проситился Иисусову. Пилот же дивися, още уже умре, и призвал сотника, вопроси его, още уже умре. И увидев сотника, додетило Йосифови, и купив плащаницу и с ним его, обвит плащаницею, и положи его в гроб, и же би иссечен от камня, и привали камень над двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Йосиева зрёсти диего по лагаху. И минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Яковля и Соломия купиша ароматы, да пришедше поможут Иисуса. И сзело за утро воедино суббот, придошу на гроб, воссиявшу солнцу, и глаголаху к себе, кто творит нам камень от двери гроба.
и возгивше видишо, яко отвален би камень, бибо вели зелом. И вышедше во гроб видишо юношу сидящо, в десных одеяно во одежду белу и ужасошася. Он же глагола им, не ужасойтеся. Иисуса ищете назарянина, распятого. Восстань из дни, се место иди же положиша его. Но идите, реците учеником его и Петрови, яко дворяет вы в Галилеи, тому его видите, яко же рече вам. И шече бежаше от гроба, и мяше же их трепет и ужас, и никому же ничто же гришо. Бояху Босьем. Славе тебе, Господи, славе тебе, в имя Отца и Сына и Святого Духа, Всечестного Отца, возлюбленные во Христе, братья и сестры, Христос воскресе! Слухали сме позорні слова днішнього Евангелія. Вони нас вертають до ночі на Велику П'ятницю. Toto isté evanhelie sa čítať na utrení Sviatých Strastej. Ale tam, toto evanhelie od Marka, tam sa končí slovami o ženách, ktoré stojali a pozerali na to, jak Krista znemajú z kresta a ako ho kladiu do hrobu. A dneska to tá istá rozpoveď pokračuje. Toto ženy, ktoré v sobotu jevrejskú v deň Páscha, veľkého prázdnika, po zákonu Mojsejovu umolčali, tak jak veriť Evangelie, odpočívali. Nestihla sobota, minúty v nedeľu skoro ráno, tak už im spomenal, peršie utíkajú Kristovomu hrobu dokončiť to, čo v strastnú piatnicu nestihli. I z ľubí i k Kristu chcú dokončiť jeho pohrebenie, chcú pomazať jeho sväté telo, a takýmto spôsobom prijaviť mu úctu, jak voči svojomu blahoditeľovi. Keby sme videli ikonu Voskresenia Kristovoho, ono v podstate naša pravoslavná ikona Voskresenia Kristovoho, to je ikona so 6. avoát. Kristos po sredení, stojiť nad verejami večnými, nad vratami áda rozbitými a za pravú a ľavú ruku podnímať Adama i Evu. Vidno vedchozavitných proroka Mojseja, cara Davida a mnoho ďalších spravodlivých, ktorí čekali na jeho príchod. Tam nikde žene Mironosici nevidno. Ale sú tie ikony svätých Mironosic. A zvyčajno sa ich zobrazuje sým. Sým je tých, ktorých mená spomínať i sviešené písanie. Maria, Jakova menšieho i Josima, ty tak ju nazývať Svetové Evangelie. Maria Magdalena, Maria Kleopova a četvrtá Maria, sestra Lazarova. I jej sestra Marta, Salomia, Zuzana a Joanna Chuzania. To sú sím žen Mironosic, ktorých mena znajeme. Ale to neznamená, že ich bolo len sím. V Evangelii často sa spomína, že krim apostoli, krip učeníkov Kristových, ktorých si vin vybral, sprevádzalo ho i mnoho žen, ktoré mu, jak sa hovorí v Evangeliu, slúžili od imení svojich. Tak Joanna Chuzania, ona bola žena Chuzu,
Cara dvorca, cara Iroda Antipa, vysokopostavlená, bohatá žena. Dokonca takotre svetovce hovoria, že ona slúžila Christovi z blahodárnosti za to, že uzdravil jej syna, jej dítenu. A to je práve tot syn cara dvorca, ktorý je prichodiť Christovi v Kapernaumi. A jak carský úradník prosí ho, smiriaje sa, pomôcť a uzdravuj dítenu, lebo mi umerať. To prosil otec, ale ona, jak máty, takisto čustvovala blahodárnosť a po uzdraveniu zazračnej svojej dítiny takýmto spôsobom snažila sa odvďačiť Christovi. Sprevádzala ho, pomáhala, jak znala. A dokonca i po Christovom rozpiatí a smrti na kresti apostoli sa rozutekali. Kto zistal? I z apostolov jediný Ján Bohoslov, Christova máty pod krestom stojali, a kus dále, toto je práve žena. Muži, ktorí sa tak hordiať odvahou svojou i silou, toto povtíkali. A slabé, bojazlivé ženy, jak sa zvykne hovoriti, mnozí stali stojati kolo krestu Christovoho a potom moji perša sa ponahľali k jeho hrobu, za to, že v ich srdca druhá moji bola ľubov. A to tá ľubov ich privela k tomu, že zabili i na slabosť svojho jestestva, i na strach, i z rímskoj stráži, ktorá kolo hrobu stojala, a idúť a chočuť dokončiť to, čo v piatnicu nestihli. A práve za túto ľubov boli spodoblené toj najväčšej česti a toj najväčšej radosti, jaká ľudskomu rodu len mohla byti. Vne perše, napriad od anhela a potom i od samého Hospoda, ktorý sa im zjavil, čuli zvesť o jeho voskresení. A toto, že Christos voskres, toto dve slova, ktoré mne zvestovali svätým apostolom, oni lehli v osnovu celej našej christianskej víry. Zatože, kebo Christos zistal ležati v hrobi, kebo jeho tilo nevoskreslo iz mŕtvych, kebo sa nebol zjavil učeníkom svojim a neposlavil do celého sveta, kto znaje, jak by sa dejiny tohoto sveta vyvíjali a jakým smerom by sa uberali. Veď v tej doby, kedy Christos na svet prišiel, jediný jevrejský národ, jak tak, trímal sa víry v jediného Boha a všetko ostatní národy tápali v temnotách pohánstva. A čo hovoríme v temnotách? No teď len popozerajte samých ich pohánskej historiky, čo oni píšuť o stavi i morálnym, i vôbšie o tým úpadku a o tých, bom povie taký, raznúzdanosti roda človečského, ktorá bola prisúšťa v remene, v ktorým oni žili. V chrámoch provodili sa ne bohoslúženia, môž povisti, ale strašné beštínstva, orgii, všelijaké hostiny, žertvoprinošenia, nečisté zvierat. To samé Židy, keď to videli, tak sa pohoršovali. O čo vece možno, keby sme to videli my svojimi sobstvenými očami, by sme sa čudovali, no jak takým spôsobom môž sa moliti Bohu a vzdávať mu česť. A predsa, no to považovali za dobre, za normálne. No i dnešná doba, druhé môj, mnohých, ktorí sú daleko od istinného bohopoznania, ktorí dáže neišťuť Hospoda Boha, k čomu prevodiť. Popozerajme sa len, čo slúchajme v správach. Díti, čo robiať v školi, na hodinách, s učiteľom, ktorý sa im snažiť prepodnesti aspoň nejaké také vedomosti. Jakým spôsobom sa mu odvďačujúť. Ešte dá, že to nahrávajú na mobilný telefón a potom mu zavíšajú na tzv. Facebook alebo des po internete. Vnúk je schopný piti propasti svojich starých rodičí, dida, babu, okrásti i s kamarátmi, zbyti, dáže zabyti pro 20 eur. Mladí odchodiať, chabľajúť svojich rodičiu, budúť za robotu, bo im treba jakoj skažiti. To je dobrý. Ale že toto rodiči ich vychovali, a že toto rodiči stárnuť a slábnuť, a že potrebujú, že by toto mladé chodlené i z takového čústva dlhu, keď už nejí z ľuby, že by im vrnuli túto opateru, ktorú im koliska v nejak rodiči svojim deťom dali, to, že nikoho dneska netrápiť. Kilku ľudí im dožívať v tzv. Domovoch dochodcí, alebo v inakšie sociálne ustanovy z nich. A majú živé deti. A toto, druhé moje, to je v dnešnej doby a veľmi sa to podoba tomu, čo bolo práve v tých časoch,
колишній не восіяв світ Христового учення, а не освітив темноти поганства. О чому то є так? Ну, лебо ми носимо ім'я християн, а думаємо си, що тут одно і нам стачить. Що стачить в то, що будемо вірити, що Бог є Тройця, а що Христос, Син Божий, є наш Спаситель, але не будемо ніч з того, що нам заповів, що нам отказав своїм святим Євангелієм, не будемо ніч робити. А потім наш живот не ленже са подобать животу поган в тоді, коли Христос на світ прийшов, він є даже ще гірший. Лебо в ті добі ще не було в таким великим множстві, щоб діти вхабляли своїх родичів, щоб приблизно так один другого ненавиділи, приблизно подля тіла, не чужі люди. Де є та любов, котра, котру, коли Христос заходив з того світа, заповідав на тайній вечері своїм ученикам? Подля того вас будуть знати, що сте мої ученики, коли будете мати любов між собою. А коли це ми так попозираємо, дорогі мої, і ми, котрі са гордимо, що ми православні, що маємо праву християнську віру, ну де є та любов, подля котрої мали б нас зазнати, що ми Христові ученики? А зато я б хотів низка, не є дволожити, повісти єдної, не є дволожити, як са звали святе Мироносице. Євангеліє не заховало їх мена, або лен зопар мен заховало, але заховало нам перед ушитким образ гердінства, образ духовної сили, образ любви, котрий мали би ми наподобнювати, котрий би мали ми, котрому би мали подражати. А тento образ нікде не виблідне. Ікони ми, котрі пишемо по церквах, роками треба обновлювати, лебо бліднуть від сонячного світа. Але ані 2000, ані 3000, ані не знаю, кілька тисяч років від воскресення Христового не виблідне тен примір, котрий дали вони своєю безбоязністю, небоязністю, своєю любов'ю, тим, як віддано служили Христові, навіть по смерті, коли си думали, що умер, не, не чекали, що воскресне. Наприклад тому, що він їм бесідував, що він учив, вони йшли віддати йому останні долги, як чоловікові. А поклонилися, як говорять святі отці, уже не простому чоловікові, але воскрешому Богу. То тим сам може і наповнив кус і промисел Божий в отношенні людського роду за те, що хто перший із людей учув от в раюші по гріхопаданню клятву? Ну, Єва. Перша Єва. Крім змія лукавого, то самозрімі тему перша, але з людського роду була Єва, аж потім Адам. Так подобні і радосну звістю воскресення наперед учули жени, а потім апостоли, а потім цілий людський род. Жени са стали, як декотри говорять, апостолами про апостолів. Такої-то великої честі були сподоблені. А за то не може бути між християнами невраживості, або так, як низько бісідіють, що жени суть утлачувані, або що треба, щоб якось були емансиповані. Між християнами нікда, між істинними християнами нікда не було деякої, бом повів, утлаку, що муж деякось б'є або пронаслідує, або я не знаю, як гнявить свою жену, або жена, я не знаю, яким способом уближує своєму мужові, так як то низько са снажать презентувати, а приймати всілякі закони. Тоді недавно ми були. В Бадені ми зустріли. Стретнуття було коли так званому Істамбулському договору, другому Істамбулський договор. А він саправе маскує під тутой. Договор проти насилю над женами в родинах. А він є так зроблений, так, якби то насилие са пахало лен над ними, які бо й діти не терпіли, або які бо й мужи не були витирані. Ставляться єднухо до протикладу муж а жена, не же са навзаєм люблять а доповнюють, але так, якби муж вселен на ту жену панував, якби жена була лен то отрокиня, або якби була шоська, я не знаю, меней ценного. А снажаться туто вбивати до голови людям, а так то виховувати діти в школах. Докінця, а потім, що далі? А се заводить там так звана гендер-ідеологія. Я наперед, що то за слово? То слово чужеє. А вони, які нам його висвітлили, дітині не смієте говорити, ти хлопець або дівча, представте собі. Ні, то воно са самою мусить розгонути, воно, не він або вона, воно са мусить розгонути, що що воно хоче бити. А тото са маскує по такий-то закон на вонок добрий проти насилю над женами. Ну як по тому, розумієте, не піднімати голос, а не кричати, як Йоанн Претеча колиска, голос вопиющого в пустині, велю раз мені так то припадає, що в нижній добі вже є голос церкви. Ну не робте тутою, лебо таким-то способом знищите людський род, ну як же, як так мож?
A predsa mož, predsa sú dneska ľudia, ktorí začínajú byť sľubať o jakýska zväzkoch, partnerstvách, manželstvách, o čímiska medži dvoma mužmi, medži dvoma ženami, rozumiete, šo koliska bolo nepredstaviteľné. Dneska sa z toho snažia, aký bol robiť vec samozrejmu, vec bežnú. Keď majete díti, ktorí chodia na západ za robotu, poproste sa ich, jak na tým svete tam vzerať. Ja sám bol nedávno, sme boli v Bruseli, sme boli. To je centrum, srdce Európy. Druhému je, idete po ulici a ja nemám pocit, že by ja bol deska v Belgicku, či rozumete, des tam, v centri, v centrálnej Európy. Idete, budete do nejakého chrámu, chrám porôžny, budete vonka a pozerajete a sa cítite, aký by ste boli, ja neznajú, Maroku, Tunísku. To je momentálne dnešná Európa. A kto zná, čo bude o 10, o 20 rokov. My tu žijeme, môž tak povisti, znajte, jak u nás tako, žijeme jak v Božím košu. Nám sa vidieť, že nás sa to všetko, čo sa deje dneska na západe, alebo ja neznám, kde je v svete, že nás sa netýkať. To môžete pír, ale ono i nás to dožene. Celý svet v dnešnej doby to že nie je, ako lís bolo všetko podelené hranicami. Dneska čerez to i dobrý, i nedobrý, i šťastný, i nešťastný internet, ľudia majú i možnosť komunikovať z jednoho konca sveta na druhý. I dobro sa mnoho môže šíriť, ale i zloho sa veľa šíriť po celým svete. A to, čo bolo kuliska nepredstaviteľné, dneska začína byť pomalá normou. Dneska sa už nikto na to nepozastavlie. Teď si len pozmejte, koľko detí vašich je a jak z nima tako je ťažko, treba by si vrátiť, že u ženca žije v normálnym manželstve. Koľko takých je, že nám lepšie žiť tak povedať. Tá bo to štát vece príspevky daje, bo to vece podporuje, keď sme sami po sobi. A to, že sa deti rodia z takovouto zväzku nezákonne, to nikoho už dneska netrápiť. To, čo koliska bolo predmetom odsudžinia, alebo možno povisti poricania, to, že dneska sa niekto na téma nejakým nepozastavlie. A koľko i našich, hádame si chrystiáne pravoslavné, koľko i našich ľudí tak žije. A potom očakajme, že bude dobrý. A potom očakajme Bože blahoslovenie, a potom očakajme a chceme, že by sa nám na týmto svieti dobrý veľo, i po smrti by sme chotili ešte cárstvo nebesné. No jak? Ľúbeme mu Boha, že by sme potom boli šťastliví v cárstve nebesným. Ľúbeme mu druha, navzájom, tak, jak nám Kristus zapovil, že by sme v skutku potom sa dokázali i cárstve nebesným radovať. No keď tu nedokážeme Boha ľúbiť a jeho zapovedi dotrimovať, no potom náš nám to cárstvo nebesné, ktoré je radosť v duchu sviatým, ktoré je čistota, sviatosť. Nám tu toho netreba. Nám treba jednoducho to, čo my chceme a čo môže i vidíme už napravo na ľivo na týmto svieti. Toto nám postačuje, toto nám jakúska k životu dovlíje. Druhý môj najsvetý mironosici. Toto je hrdinské žen, ktoré tichoňko, po nich evangelie veľa nebysidie, o apostolov mnoho bysidie, ale v ní vse boli, stojali, môžu tak povistý, krok za Kristom. Kristus a apostol, ale krok za nimi mironosici. O to väčšie, že aké boli smirené, aké boli tiché, o to väčšie je ich žertva, o to väčšie je ich význam, služba, ktorú mnemu prepodnosili. Vin Kristus každú z týchto žen čímiska oslovil, čímiska oblahoditeľstvoval. Maria Magdalena, tu tako treba spomenúť, že mironosic najznámejšia. Hovoriť sa, sim by si z ňoj iznal. To znači, ťažko bola duševno chvora. A vy neistili. No jak neďakovati? Jak neblahodariti? A v dnešnej dobi čo sa staje? Tady vy tu majete. Majete chrám svätých Kozma a Damiana. Kilko raz ľudia prichodia do chrámu, len keď im je ťažko. Kilko raz sa obratajú na Boha, len keď zachvorujú. Kilko rakovine v dnešnej dobi je napríklad. A vtedy ľudia znajú, prichodujete do chrámu, vtedy prúsať o môjtu, vtedy pláčuť, kájuť sa, prúsať Boha o pomyč. A dakoli znajete sa stane, že Hospod za to, jak žili, neobertať na nich pozornosť a nevyslúchať ich molitve. Ale to, čo vám povie, to nie je ten hiršej prípad. Hiršej je tot, keď človek oblahoditeľstvovaný, človek iscilený, odíde z chrámu a znovu sa do ňoho neverne, až pokiaľ ho nepostretne nejaká ďalšia bida. No čom to na tým svete tak musí byť? Čom to nemôžeme mať takú ľubov, jak mali svätí mironosici? A za to, druhé moje, prúšu Hospoda Boha naj do srdec každého z nás, čo tu dneska stojíme, ale i do srdec celého tohoto sveta ľudí. Najkvapné chod len kvapku toj ľubvy, čo mali sveté mironosici, ktorí ho nasledovali. Naj nám dať takú viernosť, jak mali vn, i ty vsehda za ním. I ty nelen v dobrým, ale i v to, keď je ťažko.
Naj nám dať i ľubov, i víru takú, jak mali v ne. Za to, že jedine taká víra a ľubov a vírnosť môže nás, nedostojných ľudí, hriešných ľudí, nešťastný ľudský rod, prevesti znovu do raja, dať nám znovu stráčené Cárstvo nebesné. Amin, spasíva z Hospodu. Христос воскресе! Thank you.
седа ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святейшие патриархи православные Константинопольского Варфоломея, Александрийского Теодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Теофила, Московского Кирилла, Грузинского Илью, Сербского Иринея, Румынского, Даниила, Болгарского, Неофита. Блаженнейшие архиепископы и митрополита Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского Анастасия, Польского Саву, Американского и Канадского Тихона и всякую епископство православных, весь священнический, диаконский и иноческий чины притча церковный, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аж Христо, и да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священство Твое, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу, храни мою страну нашу, власти и воинство ее. Блаженны и преснопамятны создатели и украсители братью святого храма сего. Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священство и диаконство ваше. Господи,
Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и добро открыто на страшном судище Христове просим. Благодарю, Господи! Пресвятую, пречистую, православенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помнялуши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Веми, Господи! Щедротами единородного Сына Твоего, с ним же благословение си со пресвятыми благами, же трящим Твоим духовными и пресвятыми Богими великом. Христа и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа буде со всеми вами. И со Духом Твоим. Горе и мим сердца. Имя Господу.
благодарим Господа. Slava, slava, slava.
изрядно, во пресвяти, пречисти, преблагослови, славни владычицы нашей Богородицы, и пресвобеби Марии. Епископа Прешевского, митрополита Чешской земли Словакии, приносящего святые горе сие, Господи, Богу нашему, о Преосвященный митрополите, архиепископи, епископи, о всем священи, честим ино, честим чини, о благохраними стране нашей, о властях и воинстве ее, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении и помощи сощанием и страхом Божьим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о слабе Божьей памяти и уставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих и их же киждо помышлений и мать, и овести, и за все, и овести, и за все. И даже не ему с единым сердцем славить воспевать Пречесное Великолепие, имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Помнямоше, поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О, принесено священно, честно, дорогие Господу помолимся. Господи, помилуй. Яко да человеколюбец Бог наш прием его святый, пренебесный, мосленный, сложертвенник, волю благоухания духовно вознеслося нам божественную благодать и Дух Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякой скорби, милый муж Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Венцо совершенно свято, мирно и безгрешного Господа просим. Подай, Господи. Ангела мирно, вирно, наставника, хранителя, души тела с нашего Господа просим. Подай, прощение, оставление грехов и прегрешений нашего Господа просим. Подай, Господи. Добрый и полезный душам нашим и мира мирами у Господа просим. Подай, Господи. Прочее время живота нашего в мире покаяния скончать у Господа просим. Подай, христианские окончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и добро ответа на страшном судище Христове просим. Подай, Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа испросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Отец, на небесах, на святых царях и на Твоей
ní prísnojí vo výkyvíko. Божиим и с верою приступит он. Господи, во имя Господне, о Господи, обетя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амин. Веруй, Господи, исповедуй, яко Ты есть и воистину Христос, Сын Бога живого. Пришел ми грешный, я спас его, ниже перим сам аз. Еще верую, яко сам испречистую, то Твоя самая честная кровь Твоя. Молюсь я в Тебе, помилуй меня и просни прорешение моя, вольно невольная. Я же словом, я же делом, я же ведение неведением. Исподи мне усуждено причаститися причисто Твоих таинств, оставлений грехов и во жизнь вечную. Вечери Твоей тайны, я одной Сыне Божий, причастник ко мне прийми. Небо вором Твою тайну повим, не лобзаний Ти дам, яко Юда, но яко разбойник исподаю Тя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоим, да не во усилие, во осуждение, будем причащены свят Твоих тайн, Господи. Ново исцеление душ и тела. Амин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Now.
Spasi, Bože, ľudy Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje. Ďakujem, Daja, nevlávi sa, dar soržen svrše, schodej od Tebe, Otca svitov, i Tebi slavu i blahodarenie, i poklonenie vo slájem, Otcu i Synu i Sviatomu ruku na ní, prislej vo víky víkov. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых бессребреников Козмы и Дамьяна, Ассийских, святого мученика Евпсихия, мучеников Десана епископа, Марьяма пресвитера Авдиеса и прочих 270, преподобного мученика Вадима архимандрита, мученика Гавриила, и прочие святых же памятных совершаем. И живо святого отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня Града Златоустого, и уже тайноводствие совершихом, святых равнопосланных Методия и Кирилла, учителей словенских, и ученик их Горазда, Климента Савы, Наума и Ангелария, просветителей наших, святого равнопосланного Ростислава, князя Моравского, святые праведных Боотец, Иоакима и Анны,
i vsich svätých svojich da pomiluj i spasaj nás, jako blahý človeko ľúbec. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Сочестные отцы, возлюбленные во Христе братья и сестры, покончили сме божественную литургию днешнего праздничного дня, днешнюю недели святых жен мироносиц. Отче Петре, вам першому се хочу подяковать за позвание освятить престольную ризу в тенту день, в prichode Vršňa Jadlova. A ďakujem jej za celé vaše služenia. Te presto oslávili svoje mami jerejské jubileum. To bolo 10 rokov, keď sa neplatil. 10 rokov, no, nepamňatám presno. Znám, že len nedávno ste mali jerejské jubileum, asi aj životné jubileum ste mali. Takže o to vece, bo sa mi chotilo zaželať vám. Nech Hospod Boh vám daje dobre zdravia. Nech vás trímať pri dobrých duchovných, duševných i telesných sílach. Že by ste ešte dlho roka mohli svoje šaty dostojné jerejské služenie. Vám, oče Jovanne, jak arcidekanovi Spidnického blahočinia, takisto ďakujem. Veď to šiel len kilko, 3-4 dní, ak sme boli u vás. Deže, četvier, 3 dní, četvier sme slúžili v Spidniku, mali sme arcidekanskú poradu. Ako tri, tak jak sa ukazuje, že mnoho radosti majeme, ako pravoslavné christiane, ale i mnoho starosti, vy, jak duchovného otca našich prichodiv. Toto vece i vám želám múdrosti od Boha a trpezlivosti s vám, zvierenným stádom, nelen našich blahočistivých mirian, ale i otcov duchovných, ktorí prináležia k svetnickému blahočíniu. Oče Pavle, oče Slavomíre, vám takisto ďakujem za dnešní spoločnú molitve. Otcovi Slavomírovi sa osobitne chcú ospravedlniť, pretože tak mal by dneska sa pripravľoval, mal propovidovať i vín. Nakonec, jak je, im sa vrtal po blahosloveniu z Jemanu, pasovalo, hvary patril, bol sa, že by ste hvary povili, da čo môže vyvesteť, prišli ste tu, tak často nechodíte. Ja sa vám ospravedlňujem, pretože tak potom sa ju kazal, tak ja hvary, ja, jak sa nepripravľujem, potom dlho by si dijú. I vás prošu odpuštenia, no ale zase od povnosti srdca by si dijú ústa, tak, jak im to čustvo, tak im poviem, keď môže povedať, koho, ja dúfam, že nikomu, ani nezarmutil, ani neurazil. Tak kvôli človeku je skrutku srdce žaľ stískať z toho, čo vidieť, nedobro, čo sa u nás robiť, ale to nedobroho je, poviem tak, je málo. O mnoho vecí je toho krásneho, o mnoho vecí je toho blahoslovenného a dobroho, tak, jak by to medzi nami chrystiani malo byť, ale my veľa razy sme také ľudia, že my toto dobro, akýbo nevidíme a sa len tým zlom zaoberajeme. Tato si sa pripomínam, keď idú by si dva tí propovedia, ale nevse sa mi to darí tak hamovatý. Aj dneska môže takto vzrealo, že jaký vám šo skritizoval, nekritizujú, len môľu Hospoda Boha, že by v skutku, tak jak ženám i ronosicám i nám všetkým dal takú ľubov a viednosť, jak mali vne. Chotím vám využiť túto príležitosť oče Petre a že vám dlho v skutku nevysíval, bo veľa dneska vysíliu. Na konci dnešnej liturgii na vašu prúzbu vznamenatý radu cirkovnej obci vašej, tak jak ste mňa prosili, značiť sovit pravoslavnej a cirkovnej občine v seli Vršňa Jadlova touto hramotou. Vznamená tých všetkých tých, ktorí sú tzv. Kurátorami tejto sviatovej cerkvi, ale nelen ich, ale vlastne i celý tento prichod všetkých vierujúcich Vršňa Jadlovoj za ich ľubov k domu Božomu, k jeho blahoukrašeniu a vôbec k blahoustrojstvu tohoto prichoda. Bez vás, dúmam, sú by o mnoho ťažšie, bo sa i žilo, i slúžilo i otcovi Petrovi, i nemohlo by sa napomňovať toto dílo propovedí Evangelia, ktoré pravoslavná cirkev sa vešať po našich chrámoch. Vám všetkým, druhé Jadlovčané, i kurátorskomu zboru, i vsím vierujúcim, ktorí žijú v týmto seli, z celého srdca želám Bože blahoslovenie. Naj vaše selo nepustne, ale rozrastať sa a prokvítať. I keď to veľa raz tak vzerať, že jak sa mi znavec káže, tie delem neprejdu k tým, po tých našich selách, také, čo sú bližšie k hranici, hverať, všetko mohlo doj utíkať. To za robotou, to za školou, do míst. A sila zistaviť porôžne. Ja sa nadív, že raz príde čas, že sa začnú vrtáty. Teper momentálne taká je situácia, že
mnoho pusté domy na našich selách začínajú kupovať ľudia, ktorí sú zdaleka, ale chcú mať čosi také, jak dom, kde by mohli vyjti na víkend, na sobotu, na nedíľu. No čom by to nemohli byť naše deti, keď dnes daleko aj miesti žijú? Dal by Hospod, že by ich srdca sa obrnuli k svojmu rodisku, k tomu miestu, kde prišli na svet, kde uzrili svetlo sveta a v skutku naj naše sela nepusnúť, ale naj rozrastajúť a pokvitajúť. Čerez vás ďakujú všetkým Jadlovčanom i kurátorskému celomu zboru, i tomuto selu a prosím Hospoda Boha, že by vás chránil u svojim blahoslovaniu a v dobrým zdraví na mnohé blahy vám líta. Blagоженственное мирное житие, здравие же и спасение, во всем новое поспешение подошло, Господи, блаженнейшему митрополиту нашему Ростиславу, священнослужителям храма своего, всем жертвователям, украсителям, строителям храма своего, всем прихожанам и всем православным христианам, и сохрани их на многое и благое лето. Duchovno, druhý kurátor, druhý bratia i sestry, na samé zame toho krásneho dňa mi dovolte na takúžom krátkosti sa poďakovať. V prvom rade Hospodu Bohu za ten krásny čas, ktorý nám dal, že sme sa tu mohli zliť v plnom zdraví, že sme tu mohli ostať spoločni po tú sviatú božestvenú liturgiu. Takisto, druhý vladyko, i vám ďakujeme za vašu molitvu, za vaše služenia, za vašu prosbu, keď ste tu sme prosili, aby nás Hospod Boh i nadali tu blahoslovil i vašimi molitvami, aby naozaj i toto tá cerkov, ktorá je za cerkosmu Adamianovi, ktorá je utočiskom, pristanišťom tých všetkých nás, ktoré potrebujeme tú koronu, ktoré potrebujeme pomoči, aby sme tu neustali prichádzali, neustali sa tu molili, neustali sa tu prosili Hospoda Boha. I proto i od nás, druhý vladyko, na takú malinkú pamiatku. Máme tu dáš také, kus také špeciálne pre vás. Také, máte ikon dosť, sme si hovorili, máte toho veľa. Nám, dáš to dáti ťažko vladyko, ktorý máte. Takže nás napadlo také erb, to je selo Vošňa Jadlova. To je tak, jak po našomu napísané. Ale to už máte vladyko písané, tak by malo. Na molitvenujú pamäť blaženíšiu metropolitu Rastislavu. Deň posvieštení prichoda Vršňa Jadlova 22.4.2018. Jedná aj toto vás, toto všetko pripomína nás, kvôli budete takoli na to pozerať, na nás tu dali, tu na odkol Svinníka, aby ste nás mali neustali na pamäti s nami, za nás prosili, za nás sa molili, vladyko. I preto naj vám Hospod Boh dá hlavne veľa, či veľa Božej milosti, blahodáti, veľa sil, aby ste či mohli i nadali toto nelahkú, nelehkú službu prenošatý Hospodu Bohu. I naj nás všetko Hospod Boh blahosloviť, blaženšiu vladyku, rastí slov na mnohaja i blahaja, lita Hristos voskrese. Hristos voskrese, takisto budem chodiť poďakovať všetkým tým, že mne zábu, ktoré sa o to pričinili. Či to kurátorský zbor, či takisto naše ženy, chlopi, ktoré naozaj pripravili za ten chrám, dôstojne by boli, sme mohli, dneska sa to mohli všetko zvíti za vašu obetavú prácu, za váš trud, ktoré sme sa tu o to všetko pričinili. Takisto i dneska je žen mironosic, že by mne zábu pozdraviť všetko naše ženy, naše báby, mamy, ktoré sú tu, alebo naozaj, jak by vladyka hovoril, ktoré boli naozaj ženy mironosice, pomáli matri by z nich príklad, i ty, ich príkladom, s ľubou, láskou, pokorou, takisto do chrámu, slúžiť chrámu, Bohu sa moliť. A tak vám všetko takisto
žena, moje žena, maličko sa nepohnívať, žena naše, takisto vám všetko dopraví Hospoda Boha, všetkoho dobro. Abo keď ste tu, budete odchádzať, abo ste neodchádzali hneď, tu koho cerky sú stolo, môžete, tam môžete si i bolo telo, i bol duch, i telo posilniti. Čiže, abo tam dáš také ľahké malinké, tak zakusiti, jedno dáš kus také na posilnenia, abo vás Hospod Boh sprevádzal vladykom molitvami nás všetkých, nás naspäť, cez si dom, abo si pamätali, naozaj sme si všetko pamätali tento deň, že naozaj cez deň, že už sa otvorí Hospod, vo zradujem sa i vo zveselujem sa s vami, vladyko, i s nám všetko neho sobok blahosloviť na mnoha ja i blahaja lita, už vladyko, všimať. Ja už nebudu mať nejaké ďalšie slovo, len skutku chcem vám všetkým poďakovať i zaželať od Boha blahoslovenie a jedno je chcem vám povísť, tak jak tak pozerám, bo ty spomínam dneska to také díny, neznajte muže žene. Kedy Kristus byl, to boli kolo neho i apostoli i mirnosici. Jak Kristus umer, to k ňomu len mirnosici prichodili. A mne veľa raz tak vieť, že to je toto naše prichode, tak to je sú živé, to tam vidno i jedných i druhých. A dev, že to tak všelijako považlivo je tam, že len ženy zistávajú, lebo len oni, jak sa hovorí, trímajú ši toto naše pravoslavie i na tých prichodoch, ktoré sú nemnoho početné. Dal Boh Hospod, že by nikda nechabal, že by sa to nedelilo. Tá chlopi i žena, znamená, tie chlopi do kočma a žena do cerkvi. To také delenia nikde nedobre, aj nesmie, nemajú byť. Takže, tak jak bom povedal, tak kto do kočmy, tá do kočmy, ja mu nezakazujú. Ale do cerkvi všetky, i chlopi, i žena, vše vaše kroky tu smerujú, lebo znamená, kočma je kočma, tam môžeš posíliť, povesíliť sa, ale ona pre život tam, večný, v Cárstve nebesným, ona nedaje nič, alebo šimom povieši uberať z ňoho. A tu si môžete nahromadiť poistenie veľké bohatstvo, ktoré vám nikto nevojzme. A tam, kde bude vaše srdce, tam potom tam i Hospod svojou blahodáťou. To znači, keď sa vaše srdce bude kloniť k svitu, tak potom uznajete, jak z tohoto svita vedete, no čo si so sobou vojzmete. Ale pokiaľ budete tu kloniť, srdce sa bude ku chrámu, kde bude zhromažovať duchovný poklad. Tento duchovný poklad ho prevede nakoniec i do radosti Cárstva Nebesného. Amin. Spasí vás, Hospodie. Vyspávajem ti dnes, Spodo.
Matky rovnosti zamýšľavý.